Ну что, ребята, мы ничего воровать не будем, как я уже сказал. Я просто... Робин Гуд! Я забираю вещи у каких-то богатых людей, я даю их бедным. Я вообще не вор, я на самом деле очень даже хороший человек. Так, что я должен украсть в этой... Одолжить в этой серии? Хорошо. Часы, мобильный телефон. Опа, я уже вижу, тут что-то есть. А как... Что? Да уйди ты, люстра проклятая! Твою, смотрите на этого дебил. Он берет все, что не нужно, но зато... А, браслет даже не нужен. Ладно, что такое китл, ребята? Знаете, что такое китл? Потому что я не знаю, мне нужно взять какой-то китл. Мне нужно микроволновку. Че, серьезно, мне нужно взять микроволновку? Ладно, хорошо. Кто не помнит, в предыдущей серии я наворовал максимум на 1300 баксов и сбежал от хозяина. Он не наворовал, но одолжил. Вы это уже все прекрасно знаете. Вот, поэтому в этой серии я постараюсь одолжить вещичек, ну, на больше, чем на 1300, чтобы просто побить свой же рекорд. Мне нужна барбекюшница. Вот, барбекюшницу я взял, зашибись. Мне нужна картина какой-то девушки. А где мне нафиг ее взять, картина? Да закрой ты уже эту дверь! Картина девушки. Опа, опа! Какая-то страшная, мать вашу, девушка. Она на меня сейчас просто набросится. Нет? Ладно. Я уже просто немножко обосрался. Так, свет. А, я же выключил вот эту всю фигню. Почему я включаю свет? Ребят, ты знаешь, что нужно делать. Телевизор мне не нужно. Ну, я на всякий случай вынесу его туда, на первый этаж. Вдруг он не понадобится. Я его так одолжу немножко. Ты знаешь, что нужно делать. Лепи, пожалуйста, огромнейший палец вверх прямо сейчас на эту серию, потому что на предыдущей мы набрали больше, чем 25 тысяч лайков. Быстро сейчас хозяин придет. Быстро лепи лайк, чтобы вышла новая серия. Быстрее! Он меня сейчас в тюрягу посадит, пожалуйста. Влепи лайк! Господи! Кэш! Забираем кэш! Да, сраный... Просто взял стул и в окно просто киданул! Так, ага. Не, я сюда могу зайти? Могу. Код, какой пароль? Пароль. Просто вангую. 69-69. Неправильно. Ладно. Твою мать, где? Эта фигня, как всегда, закрыта. А где мне вот эти все нужные мне предметы взять? Я не могу взять. Уйди, стол проклятый. Стул. Так, что это? Чё это? Это тарелка. Это просто тарелка. Это просто была тарелка. Матушку твою, что же за фигня? Почему тут вообще ничего никогда нету? Я надеюсь, что он еще не скоро сюда придет. Так, тут вроде кажется то, что тут есть какой-то проход секретный, не? Ни хрена там нет, это просто картина! Как черный квадрат Малевича, только это белый квадрат Малевича. Не нужно. Господи, помилуй, как все сложно. Тут что-то есть. В этих шкафах вообще никогда ничего нету. Что это такое? Нет, это iPad, да, какой-то? Мне iPad не нужен. Опа, папки! Твоя мать! Как? Как так быстро ты приехал? Как ты успел так быстро приехать? Быстро! Давайте я спущусь вот сюда! Ай! Так! Я надеюсь, он меня не сразу обнаружит, чтобы я успел тут еще что-то украсть. Молоток. Может, я ее как-то заклиначу этим молотком, я не знаю. Или ломом. Все возможно. Тут есть что-то? Тут нифига нет. А тут есть бабки и мишка. Твою мать, не входи! Я надеюсь, он сюда не придет, и мне не нужно будет брать грех на душу и убивать его. Так, что мне нужно? Мне еще нужен телефон, мне еще нужны часы. Что такое китл? И мне нужен золотой слиток. Но золотой слиток находится как раз таки в сейфе. От сейфа мне пароль нужен. Ох. Рекорд предыдущей серии это 4 предмета. 4 или 5 предметов из 8. Мне нужно побить рекорд. Вынести вещей больше, чем на 1300 баксов. И также украсть больше предметов. 5 или 6 штук хотя бы, чтобы побить рекорд. Ладно, давайте проверим. Не подходи. Мобильный телефон! И ключ. Я нашел ключ от верхнего этажа. Твою мать. Молоток! Я нашел ключ от верхнего этажа. Нифига себе, он тут все время валялся. Нет. В каждом раунде все вещи меняются местами.
Заходи. Идем на второй этаж, 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 на второй этаж. Ты застрял? Подождите! Он застрял! Дайте я... На, похреб... Дай, тащи, иди сюда! Да отпусти ты этот молоток, мать твою! На, похребалу! Я просто взломал эту игру! Все, чувак, все. Я даже ничего не буду делать, ничего не буду делать. Я пойду, я просто дверь закрою и все. Все. Я сказал, дверь закрою и все. Дверь просто закрою и все. Дверь закрой! Дверь закрой! Смотри, я тебе даже в лицо могу светить, просто в лицо тебе могу светить. Ты мне вообще даже ничего не сделаешь. Я охреневаю просто. Так, хорошо. Ребят, я первый раз захожу в эту комнату. Ты слышишь, Будулай? Я первый раз захожу в эту... Держи в лицо молоток! Дебил. Так, а я еще не проверял, что есть. Опа, сколько тут еще бабок. Ты слышал? Я насрал твой туалет. Ха-ха, а ты мне даже ничего не сделаешь. На, руки помой, руки помой. Выплевывает просто мыло на землю. А я думаю, что он топчется, 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 топчется. Я его даже в хате не вижу, где он ходит. Он просто застрял, дебил. Ладно, момент истины, момент истины. Свет. Ладно, был бы свет еще, было бы вообще прекрасно. Что? Кот! 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 Так. 1... 7-1-0-3. 7-1-0-3. Потопали. 7-1-0-3. Ха-ха-ха-ха-ай! Так, 7... Что? Что это за кнопка? Я первый раз вижу... Что это за кнопка? Ладно. А, это сигнализация, да? Поэтому я выключил... Я выключил свет, и сигнализация сейчас не сработает, да? 7-1-0-3. Открыть. Ха-ха! Так, что тут у нас? Нихрена себе золотой слиток! Баблище просто! И мне еще нужно найти две вещи. Это карманные часы. Не обращайте внимания, мне просто нужно новую мышку купить, потому что это залагивает их. Как бы я ни крутил, она бы вообще не шевелилась. Ну ладно. Карманные часы и китл. Что такое китл? Так, Google переводчик, дайте мне секундочку. Чайник! Тебе реально чайник нужен? Ты только что золотой слиток украл, какой, мать его, чайник, ты это слышал? Подними ты это, ты это слышал? Слышал? Ай! Твою мать! Он меня только что шандарахнул. Я чуть просто сердце в пятки не уронил, ну потому что я сам дебил. Я слишком близко к нему подошел. Фу, ладно, мне нужно... Дай... Ну почему тебе не нужно вот этот телевизор, а? Ну что это за фигня такая? Ваза. Почему она не разбивается? Ноутбук. Ноутбук мне не нужен. Мне нужны карманные часы. Что это такое наверху? Это карманные часы? Нет, это радио. Где карманные часы? Я предлагаю взять бананчик. Мне нужен... Бананчик. Подожди. Бананчик. Скуфай бананчик, мой дорогой. Банан! Да твою мать! Где банан? Сраный Гарри Поттер. У меня только что банан в руке был. Он его куда-то телепортировал. Еще один хорошо принесу. Я знаю, ты... А, сейчас он появился. Подожди, или это я слепой, я сегодня линзы забыл надеть, или он куда-то его телепортировал. Ладно, неважно. Ты хороший хозяин, ты очень хороший, ты позволяешь мне вору. Ну, не вору, я Робин Гуд, я просто забираю у тебя вещи, я даю бедным. Держи бананчик, ты хороший. А, ладно, жари тогда мыло, паскуда! Заколебал! Я его тут угощаю его же едой, потому что это, ну, это его дом. А он не хочет, он не хочет брать. Что тут есть? Тут нифига нет. Тут есть что-то. Кружки всякие, баблище, баблона. Кольцо с бриллиантом. Вы только посмотрите на это чудо. Кольцо с бриллиантом. Почему я не могу взять кольцо с бриллиантом? Почему мне нужно какую-то книгу взять или бутылку? Извините, я не... А как я разбил? А, вот как. Так, я знаю то, что ты тут что-то... Да хватит! Хватит! Хватит разбивать все! Кольцо с бриллиантом. Прекрасно. Где у тебя
карманные, ядрить, колотить, часы. И чайник, где чайник? Вот, взял чайник, какой я молодец. Опа! Вот сейчас я... Вот сейчас я реально... Я, мать вашу, Гарри Поттер. Я хотел сказать то, что сейчас я реально буду Гарри Поттером, потому что я улечу просто на метле, а метла сама испаряется. Мне страшно. Как? Я её через пол вниз кинул. Господи, помилуй, я реальный Гарри Поттер просто. Так, что тут? А вот сейчас, вот. Теневая какая-то метла. Я боюсь. Еще одна. Ты также можешь теневой стать. О, страшно. Карманные часы, это все, что мне осталось, чтобы я ушел с этого проклятого дома. Пожалуйста, реально проклятый, потому что хозяин застрял в своих же дверях. Закрой ты уже шарманку свою, а? Подождите, откуда я телевизор сюда поставил? Или там телевизор был со второго? Да, уже два телевизора, нормально. Просто там телевизор со второго этажа был. Карманные часики, где? Может, ты уронил их куда-то за диван, может, за гитару, может, где-то тут на книжных полках, может, где-то за люстру. Извини, что я тебе тут бардак делаю, ну, а как по-другому? Тут есть... Тут тоже нифига нет. Так где ты оставил эту свою шарманку, карманные часы, а? А вот! Вот! Нашел! Я все собрал! Так, бабки, а я могу вообще через парадный выход выйти, как босс какой-то, да? Могу. Я убежал. И я забрал с собой. Вы только послушайте. 39 218 баксов! Вот это я поднялся, вот это я сегодня натырился, как говна. В смысле, одолжил, чтобы раздать бедным. Фу, как бы, как будто носками какими-то воняет, который бегемот какой-то вносил. Мы с вами просто огромные молодцы, мы с вами будем хорошей компанией. Только вы никому не говорите то, что я забрал вот эти все 39 тысяч баксов. Я одолжил, как я уже сказал. Я их одолжил, я их отдам, где дом пожертвую. Не переживайте, это все пойдет на благотворительность. Вот. А вы ставьте лайкусики. А вы ставьте лайкуски, если хотите продолжение. Я обещаю, если мы с вами прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, то сразу же выйдет следующая серия. Я найду еще одну игру, где я также могу быть благотворительным человеком, который забирает деньги у богатых и отдает их бедным, как я уже сказал. Не забывай подписываться на канал, если хочешь больше видосиков. Нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои ролики и также мои стримы. О. Еще раз скажу тебе огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.